Решить проблему обманутых дольщиков, обеспечить жильем детей-сирот, поднять с колен медицину и образование – это то, что считал важным Олег Кожемяка, когда 2 года назад принимал край в свои руки. Шаг за шагом, и вот уже в Приморье ремонтируют больницы, закупают медицинское оборудование, строят детские сады, школы и спортивные площадки. В течение последних 2 лет, на самом деле, есть положительные изменения и в городе, и в районе. Потому что появилось довольно большое количество спортивных площадок. И они сосредоточены не только в одном каком-то месте, а на самом деле многие села получают эти площадки. Это очень приятно, что детям теперь есть куда выйти, есть где поиграть, где заняться спортом. Современные тренажеры, хоккейные коробки и футбольные поля – результат работы программ «Спорт. Норма жизни» и «Тысяча дворов». В этом году нам помогла, конечно же, администрация нашего Чкаловского сельского поселения, и мы вошли в программу «Тысяча дворов». Сейчас у нас в нашем селе среди домов, 5-этажек, 3-этажек, у нас стоит эта площадка спортивная вместе с тренажерами. И я хочу сказать, недавно у нас было открытие этой площадки. Пришли люди, не только которые живут в домах рядом расположенных, но и со всего села. Было такое праздничное мероприятие. Капитальный ремонт начался и в детских оздоровительных центрах Приморья. В лагере Горны, в селе Евсеевка по инициативе губернатора меняют коммуникации, которые вышли из строя много лет назад, и налаживают инфраструктуру. Лагерь оживает и приобретает более современный вид. Для наших смен это на самом деле замечательно, потому что особые дети, они требуют довольно немного другого отношения, и чтобы была более комфортная среда. Лагерь к этому стремится, и приятно это наблюдать. То, что еще необходимо сделать в населенных пунктах Приморья для комфортной жизни, губернатор знает не понаслышке. Он неоднократно выезжал в рабочие командировки и встречался с местными жителями. Но решить накопившиеся проблемы края разом невозможно. Бюджетных денег на все не хватит. Необходимо привлечение дополнительных средств. Поэтому команда губернатора ведет работу как с федеральным центром, так и с потенциальными инвесторами, готовыми создавать новые предприятия и рабочие места, а значит и увеличить налоговые отчисления в краевую казну. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.